Всем привет, друзья! С вами Зермет. И сегодня Форсакен Air отмечает свою годовщину, и поэтому нам добавили новый скин. Как люди предполагали, это мог опять быть коллапс АУ, и нам мог выпасть Celebrator Freddy. Но у нас вышел совсем другой персонаж, а именно Тотем Бейк называется. Это Тотем Паник в виде торта с циферкой 1 на своей голове и... как вы видите, с фигурками разработчиков сверху. Скин, конечно, задумка прикольная, но реализация что-то не то, потому что глаза и руки — это что-то просто непонятливое. Также в этом ивенте у нас приманки на разработчиков. Вот, приманка на Гличсаки, на примарка. Плазмонеты 500, 1000 деталей, Тотембейк. Порча, потом опять Тотембейк, потом Гизма. Вот видите, он, типа сначала Тотембейк, потом опять разраб. И сама иконка. Иконка, кстати, красивая, надо увидеть колорад. В магазине у нас тоже добавили новые иконки. Вот это, которые я не купил. У меня денег нету почти что. Ну, если я не хочу их тратить. А вот, которые я купил, начиная со скрап-металла. Вот такие новые иконочки. Даже я себе поставил такую статы ГЭ, очень красивую, мне понравилось. Так, ну что же, давайте попробуем поймать. С Тотем Паником я сражался последний раз на обнове. Вроде бы на обнове его. Ну, в принципе, труда аниматроник не составляет, поэтому, я думаю, мы справимся. Ну, надеюсь же, все знают, да, как Тотем Паник ловить. Ну, надеюсь. Нихрена у него глазища. Главное, ребят, заранее маску не надевайте. Надо одевать, когда он прям уже перед вами почти что. Потому что он сломан. Он... ну и мангу так нельзя так делать. Третья стадия уже. Мы уже перешли на третью стадию, что меня радует. Бои проходят быстро. Вообще с другой стороны побежал. На последней стадии мне даже можно не смотреть, когда он выбегает, вроде бы. Потому что, как вы видели, меня не убило. Так, ничего. 3 опыта. Ребят, спасибо большое. Мне дали 3 опыта за нового персонажа. Ой, за новый скин. Так играть что-то подлагивает немного. Что запись там? Все нормально. Ну, тут ничего нового, тут только на персонаже почему-то сделать, но... да убить ничего не сделали. Обидно. Могли бы что-нибудь придумать с ошибкой там, или, не знаю, бродкастом каким-нибудь. Типа, используйте приманку и убить, начнёт свой бродкаст. Такое что-нибудь веселое, смешное.
как они к добру. Я не подхожу, пропадать поздно. Попадает, что же меня это напрягает. Конечно, много, но не прям. Пофигу, нормально. Играем. Не знаю, где это. Победили снова. Аниматроник очень легкий, поэтому труда не составит. И опять ничего не упадает. Сколько в DS Force захожу, всем с первой попытки костюм падают. Мне нет. Хотя бы на видосе, хотя бы иконочку выбить, чтобы вам показать. Хочется. Вообще неожиданно, что на какого-то рофлого персонажа вышел целый отдельный скин. Ну, надо радоваться, нам могли завести еще один скин на Фредди, Селебратора. Ну, если бы они Соу заколабились туда. Опять интерфейс пропадает. Поздно. У нас свечки кто-то светится, когда он бежит. Прикольно. Мне нравится. Топа! Музло прикольно, вот это мне нравится вообще. Особенно на второй стадии. Get real. Я хоть и потерял много батареи. Я не вижу из-за интерфейса, из-за того, что он пропадает. Я слышу, что она пиликает. Но забываю. Поймите. Потому что он может в любой момент выбежать. Смысл надевать маску. Хайвайер, я даже не заметил сначала. Thank you.
Все. Победили, ребята. Вот все, последняя приманочка. Победили нашего тотемпаника. Бой проходит недолго. Пролетаем быстро. И опять ничего вообще не выпало. Ну, это да. Ладно, ребята. Всем спасибо за просмотр. С вами был Зармед. Сегодня у нас вышел новый скин от тотемпаника Totem Bake. Также Форсакен Air празднует свою первую годовщину игры. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. И всем пока-пока.